Всем привет, друзья! Сегодня поиграем в Unravel. Продолжим. Я немножко прошел игру. Так, теперь в стране чудес. А что такое? О, с малюсенькими становится. Прям малюсенькими такими, как фиксик или как реальный стикманок. Хватит уже прыгать. Так, я помню, в июне проходил. Знаете, что у меня память кончилась. Там я, короче, видео про мини-футбол-теннис составил. И поэтому решил тоже не стыкнул. Ладно. Давай. Вау! Давайте попрыгнем. Давай, Тимофей. Тимофеюшка, давай, давай. Зацепись. Вот молодец. Ого. Не, на Бассандра это не похоже. О, я понял, понял. А, да, да, я же играл и запомнил. Так, следим, думаю, тут, да. Так, отследим. Тут уже не так, как было. Так, так, отследим, следим, следим. Так, ладно, я думаю, он опять тут. Так, так, так. Я не следил, если честно. Коряет нам. Да, я знал, что он не здесь. Серзанова того мастрела, небосяру надо доливать. Мам, простите. После этой страны чудес мне как-то странные пальцы себя чувствуют в этой игре. Это оно как видно. Ну-ка, может, я сейчас прослежу. Ну, давай. Положи сюда. Так, как ты ускоряешь вообще их? Я знаю, я так и знал, что ты здесь. Все, одолели мы тебя, уходи. Вот тут. О, смобил. Такой король рычагов. Ну вот это да, ты сильнее. Чел, давай. Старайся. Да, может так откроется сразу дверь. Ай. Все открыл. Забежим отсюда. Подарок в коробке. Ну вот какой подарок. А так и никак на день рождения. Куда мне миньоны подарили? Она сейчас все разобьется или. А. Алло. Я понял. А, я понял, понял. Надо попасть. Давай, давай. Есть. Так, все, уходим отсюда. Для чего эта кнопка? Ого, как быстро. То есть так, ой. А, я понял, что надо сделать, короче. Надо до ключа этого добраться. Да. Так, а это что такое? Ой. А, надо посувать вот так. Посунул. Теперь немножко вниз. А как там вообще называется уровень? Интересный факт. Что там написано? Разобрался? Да, разобрался. Я бы мог бы написать, что ну... Тут нет, где в игре. Так, да не гони так. Такой он быстрый. О, сразу так получилось. Там Джонни, уходи отсюда уже. Я понял. Вот так надо. Разобраться. Я думал,
Ой, так, надо попробовать. Я уже понял, как тут надо разобраться. Ну вот так. Да что ж такое опять? А, я думал тут разные. Я думал тут разные цифры, извини. Так, не включай звуки, пожалуйста. Все, я разобрался. В общем, да, я разобрался. Так, раскраска. И как... А, там еще крас. И как это раскрашивать? Не понимаю. Боже, все тут такое серое. Как раскрасить? А. И что раскрасить? А, я понял. Раскраска вон в чем заключается. А, вот дверь, да. А я думал, просто замок желтый. Я думал, дверь надо раскрасить. Ладно, давай. А где? А новым миром? Умерли. Так. Раскрасим кнопку. Двери. Закрывается. Так, и ключики валим отсюда. Стоп, сначала надо вообще-то еду. А то все такое, как будто в каком-то черно-белом кино какое-то. И вообще непонятно, что такое. Почему все стало такой серым в игре? Никто ничего не понимает. О, лорд мой убил опять. Сколько он тут вообще есть? Прыжок. Вау. Секрет. А тут будет сложнее, да. Вот так. Молодец. Ну, прыжок жесткий, да. Теперь надо добраться до ключа. О, молодец, открыл. Быстренько. Ну ты молодец, конечно. Замок, замки, что такое вообще? Кот? Нет. И как же это? Я не знаю. Ладно. Да. Вот и все, я обнаружил. Все, вот так вот надо было. Просто надо было класть. Так, это что такое? Опять этот кот. Боже мой. Ну этот кот. Ненавижу этот кот. Разгадывать. Загадка про кадык, всякое такое сложное. Как очень люд, надо его разгадать. Не знаю, но... Это кады пошли. Ужас. И чем дело вообще? Да чё? Я понял. Я уже все понял.